Для приготовления тыквенного супа нам потребуются такие продукты. Тыква, сегодня у нас мускатная, и тыква Хоккайдо, вот такая красивая, яркая. Цветная капуста, брокколи, морковь, картофель, лук, чеснок и перчик чили. Подготавливаем овощи. Очищаем, удаляем семена от тыквы, достаточно крупно ее крошим. Разбираем на соцветия капусту цветную и брокколи. Мелко крошим картофель, шинкуем лук, чесночок, жгучий перец чили, совсем немного. Мелко нарезаем морковку соломочкой. И, собственно, для супа нам понадобится сливочного масла небольшой кусок, масло растительное, сливки совсем чуть-чуть, соль, перец по вкусу. Отправляемся к плите. В кастрюльку с толстым дном отправляем растительное масло, немного сливочного, мелко рубленый чесночок, слегка припускаем, отправляем лук, жгучие чили, добавляем морковь, немного припускаем, отправляем в кастрюлю тыкву, несколько минут бланшируем. Немного помешиваем. И вливаем очищенную воду. Накрываем крышкой и даем закипеть. Как только все закипело, добавляем картофель. Доводим картофель и тыкву до готовности и разминаем толкушкой. В конце добавляем капусту брокколи и цветную капусту. Немножко добавляем соли, перца. Чуть-чуть сливок. Доводим до кипения и выключаем. В конце можно добавить лавровый лист, но оставлять его абсолютно не обязательно, потому что он может придать горчинку нашему супу. Попробуйте этот яркий осенний витаминный суп. Непременно вас согреет прохладным осенним днем.